В условиях быстро меняющегося мира, когда объем информации удваивается каждые 9 месяцев, важно научить ребенка не только академическим знаниям, но и самостоятельному поиску, анализу и эффективному применению необходимой информации. 12-летнее образование, являющееся стандартом для большинства развитых стран, позволит ему легко ориентироваться в информационном потоке и стать успешным современным человеком. Введение системы финансирования на каждого учащегося повысит эффективность бюджетных расходов и доступность качественного образования для всех детей, независимо от места их проживания. Такое финансирование будет способствовать развитию рынка частных услуг и конкурентной среды в образовательной сфере. Увеличение заработной платы до уровня среднереспубликанской и установление дифференцированных доплат повысит престиж и статус профессии педагога и привлечет в систему образования молодых и перспективных специалистов. Внедрение электронного обучения к 2015 году в 50%, а к 2020 году в 90% учебных заведений откроет свободный доступ к лучшим образовательным ресурсам, а также предоставит возможность обучения и получения информации при помощи интерактивной связи. Примером успешного воплощения инноваций являются интеллектуальные школы первого президента Республики Казахстан, которые на сегодняшний день уже выходят на мировой уровень и являются показателем роста качества образования в нашей стране. Наша задача – изменить отношение казахстанцев и в первую очередь молодежи к образованности, к интеллекту, служению Родине и народу. Нурсултан Назарбаев. Казахстан 2020. Новый социальный поворот.